добрый вечер, дорогие мои господа. Ну, и дамы, наверное. Да. Сегодня, как и говорил, у нас эфир открывает Норвежское море. Я, правда, здесь уже часа два трусь. И, в принципе, мне нравится. Максимально, что сегодня удалось поймать, это палтуса на 127 килограмм. Поэтому я возвращаюсь на точку, на которой я сегодня уже был, в надежде, что что-то бахнет. Давайте мы тут раскидаемся, пока идет погружение, я поменяю трек. Где буйки-то? А вон буйки. Значит, правильно мы встали. Здорово, хомяк. О, блин, да, действительно забыл. А чё ж ты не написал? Что ж ты, дружище, не написал? У меня же есть тоже Discord, может было мне приват написать, я бы тебе накидал. Выходные просто были очень, очень бурные. Давай так, я на этих выходных вообще всех продинамил. Я должен был в пятницу с Грубиным играть в Hunt. Потом, короче, что-то умаялся, уснул. Поэтому и про тебя забыл. Короче, очень-очень бурные выходные. Вообще, очень бурные выходные были. Я два раза успел устать за эти выходные. Два раза устал, и все. И все пошло, короче, коту под хвост. Все мои планы, ураганы. Разбились об моей усталости. Давайте так. Короче, я пришел по посту, вот здесь получается квадрат F9. Сегодня я здесь уже ловил, за 2 часа получилось где-то 1600, ну то есть немного. Но при этом я разжился вот таким палтусом на 123 килограмма. Поэтому я решил сюда снова прийти, в чате за 2 часа, когда я играл, было 2 трофейных палтуса. Поэтому, ну мало ли, чем черт не шутит, может быть мне повезет на трофейного палтуса. А на самом деле, на RR-вики там постов полно, там и каменный окунь трофейный кому-то заходил, и палтусы трофейные. Короче, место такое вроде, ну, неплохое, так, на первый взгляд. Ну, опять же, тут, судя по чату, народ сидит так с переменным успехом. То есть кому-то везет, кому-то не везет. Ну, мне пока не повезло. Но по деньгам было неплохо. Я просто боюсь, что из-за того, что я здесь уже 2 часа торчал, вряд ли что-то интересное мне может повторно зайти. Вот, сегодня даже чуть-чуть потроллил по 80-ке, но что-то как-то безрезультатно. Я думаю, тут троллить надо пару-тройку часов, может быть, даже больше. Да как-то отвлекать тебя не хотел. Ну что ж ты такой скромняшка? Надо было отвлечь. Вот, собственно, все, я в надежде поймать большую какую-нибудь рыбочку. Ну ладно, палтус это уже 123, да, было килограмм, и 127 килограмм, это уже что-то. Это уже что-то, соответственно, тайга у меня начинает разлавливаться, которая вот новенькая. Начинает показывать мастер-класс. Ну, кстати, палтус на 123 килограмма такой, конечно, жесткий. 123? Да, 123. Он прям... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это я сейчас профакапил поклевку. Ну, там, наверное, какая-нибудь мелочуга, наверное, бахнула. Так, надо будет сейчас чуть глубже к тому буйку ближнему подплыть. Ну, единственный минус, конечно, что... Ну, я за 2 часа здесь вывез 20 хвостов, не больше. Поэтому, если вдруг кто-то пойдет по этим координатам, которые с RR-вики, то имейте в виду. Прям имейте в виду. Но парень здесь на Ригл сегодня вроде достал каменного окуня. Трофейного каменного окуня. Это вообще жесть. Вообще жесть. Я сегодня на рыбалку вырвался, сделал донку по-быстрому и на речку. И чё, как, успешно? Есть у тебя успешный успех на рыбалке или нет? Сейчас, кстати, предстоит нам с вами всем длинная рабочая неделя, шестидневная. Ух. Тяжеловатая она будет с точки зрения того, что 6 дней, конечно, наш организм, ну, те, кто работают пятидневку, в субботу будет протестовать, будет говорить: эй, я хочу спать. Куда ты меня тащишь? Но зато будет потом очень большой плюс, и этот плюс будет выражен в 4 прям выходных подряд. Потом как-то
насколько я помню, производственный календарь, там как-то 4 выходных, потом 2 работаешь, потом 2 отдыхаешь, потом опять что-то 2 работаешь или 3 работаешь, потом опять 4 отдыхаешь. Вот как-то так, то есть такой вот прям разбитый май. Но брать отпуск я бы никому не советовал на майские праздники, потому что май самый дорогой месяц с точки зрения оплаты, поэтому лучше походите на работу, потрудитесь. Денег у вас будет больше. Так, уклейки, мешок, плотвы неплохой, немного. И жерех одного вытянул на 1,5 килограмма. Зависть просто, реально зависть. Но мне пока нечем похвалиться. Я вот то, что в начале апреля ездил, там писюшек каких-то маленьких таскал. Пока. Пока мой сезон такой себе, очень вялый. Прям я даже немножко, честно скажу, немножко даже расстроился. Ну, ладно, чё уж. Было бы странно, если бы я жил где-нибудь реально на Цуре или в Астрахани и ловил бы писюнцов маленьких. А тут как бы, ну... Выбора особо нет. Все подмосковные водоемы, ну, откровенно просто выбили в свое время. Я думаю, кстати говоря, если так дело пойдет, то через 10-20 лет все, что находится там в ближайшем и дальнем Подмосковье, это будут стерильные водоемы вообще без рыбы. Ну, с учетом того количества любителей рыбалки, которые есть, которые ловят. Причем некоторые ловят, назовем так, как мы с вами в прошлый раз говорили, сетями там. Чем только не ловят. Вот. Скоро рыба в западной части России просто вымрет. Поэтому надо быть к этому готовым. Уклейки, плотвы. Вообще. Миш, мне похуй. О, хорошо. Я так чувствую. Хорошо. Здорово, Жень. Я сильно извиняюсь, я забыл про тебя, про хомяка, вообще про всех забыл. У меня просто были выходные такие тяжелые. Я надеюсь, меня можно понять и простить. Я в начале стрима сказал, что я просто устал 2 раза за выходные. Это очень тяжело уставать 2 раза. Организму очень тяжело. Так, ну ты не завидуй сильно. Я-то браконьер. Мало того, что донка, так еще и крючка 3. Ах ты жопа. Ах ты жопа, Новый год. Ну да. Ты уже 2-й раз так делаешь. Да, я вспомнил. Причем первый раз я сделал, когда сестра жены приезжала в гости. Я пошел к ним на кухню что-то потрещать и затрещался. Вот, а в этот раз там вообще долгая и странная история. Ну, я, короче, сначала поел что-то, потом думаю, дай-ка я что-то полежу, что-то походил, побродил, лег, глаза открываю, утро. Не, хочешь верь, хочешь нет, я вчера тоже, короче, посидел, но мы там столько переписывались, когда я понял, что вчера ты мне был тоже не дружок. Я, короче, открыл ролик Каргаса, не помню какой, про God of War, кажется. Пошел, короче, тоже прилег и в 8 утра глаза открыл. Причем я глаза открываю, у меня рядом iPad валяется, курилка моя валяется. То есть, ну, такой вот человек, который просто уснул. Ну, думаю, меня за это должны посадить. Не, это штраф. Штраф и административку тебе впаяют и все. Нехороший ты рыбак, хомяк, нехороший. Ого, японский бог. Вот это сюрприз. Кстати, я говорил про каменного окуня. Неплохой, да? Вот сегодня трофейного с этого места вытащили, поэтому... Поэтому 100к, кстати, 110 тысяч. Неплохой, да, экземплярчик? Давайте пробовать дальше. Ну, что-то трофейное надо с этой точки сегодня увезти, пожалуй. Я так полагаю. А счастливый час? А счастливый час я уже просрал. Я уже 2 часа здесь сижу. Давай так, я тебе тоже по секретику скажу. Я здесь сегодня вытащил палтуса на 123 килограмма. Акулу гренландскую на 40, что ли.
Потом что-то по мелочи, потом еще один палтус, треска и, короче, 1600 серебра я уже отсюда забрал. Кстати, у меня по деньгам уже 9700. Поэтому я, короче, сделал сейчас перезаход. Не, палтус трофейный 150, насколько мне память не изменяет, поэтому я тянул его долго. Мне очень хотелось, конечно, что это, что, чтобы это был трофей, но это был не трофейный палтус. Я, ну, конечно, тоже, тоже сегодня немножко так это... Чик! Мимо, короче. Вот, и сейчас каменный окунь, видите, зашел. Ну, на это внимание не обращайте, это я тут катался, так, чуть точки чекал. Поэтому посмотрим, что сейчас будет здесь. Вот, кстати, кто-то сразу взялся. Даже по дну не стукнуло, а уже взялся. Поэтому сейчас мы ее быстренько вытащим. Но зная, сколько там сетей, думаю, меня можно простить. Не-не-не-не-не. Это не прощается. А потом после таких, как ты, нормальные рыбачки не могут порыбачить, когда нерестовый запрет заканчивается. Ты же сейчас знаешь, что делаешь? Ты нарушаешь популяцию рыбы. То есть она хочет размножаться, хочет откладывать свои икринки, чтобы подрастала молодь. А ты ее выловил, не дал ей продолжить свой род. И тем самым порадовать подрастающее поколение рыбачков. Вот тут из-за таких, как ты, все это и происходит. Понял? Пусть тебе будет стыдно. Так, Централов черный трофей в чате на 25,6 килограмм. Некий Фриман вытащил. Вот Централов черный, это, конечно, инопланетянин. Это ему, конечно, повезло. Тоже редкая рыба. Ну, рандом, рандом. Это, если кто обратил внимание, пост был тоже в Рервике недавно. На 55-й банке парень вытащил сельдевую акулу трофейную. Вообще просто огонь. Я офигел. Причем у него в садке в основном миньки были. Что-то миньки, сайды, какое-то еще говно. И сельдевая трофейная, вообще жесть. Это свезло так свезло, пацаны. Вот, поэтому будем надеяться, что сегодня нам тоже повезет. Кстати, я вчера в телеграм-канале своем писал. Я закрыл вчера зубатку полосатую. Вот эту вот красотку на 337 тысяч опыта. И стоила она, кстати, 500 что ли или 600. Ну, немного, но все равно прилично. Пятнистая у меня закрыта, подруга. Надо синюю закрыть. Надо закрыть синюю. Ну, синюю я еще вообще не видел. Я ее даже, мне кажется, и не ловил. Синюю. Вот, поэтому продолжаем, так сказать, закрывать картинки. У меня 31 картинка уже закрыта. Надо 40, чтобы 40-40. Как Ромка говорил, ну и Роха. Красиво, когда 40-40, а не когда 40-31. Поэтому надо, короче, ловить тех рыб, которые я еще не ловил, для того, чтобы накручивать себе статистику. Ну, если можно так выразиться, конечно. Думаю, что уклейка не сильно нужны кому-то. Ну, какая разница, уклейка питается другая рыба, хищная, например. Та же самая щука. Та же самая щука. Здорово, Аким. Привет, привет. Ворвался. Ворвался, Акимыч. Привет, привет. Мерлуза. Я вам говорю, это прям четкое место, тут трофеи прям шарашат. Мерлуза, Централов, два палтуса, плюс вот эти посты еще были на РРВике. Сейчас я тоже должен что-то, кстати, надо переплыть вот сюда ближе. Сейчас я тоже, надеюсь, что-нибудь разловлю. Действительно интересный сегодня день, в чате пишут. Пока здесь есть шанс что-то поймать, надо этим шансом пользоваться. Можно я не пойду завтра никуда, я дома останусь? Оставайся, могу тебе записку написать для начальника. Но он спросит, почему тебя не было, скажешь, меня дядя Миша отпустил, как бы. Я напишу: мальчик, уважаемый там Иван Иванович, мальчик Женя не может прийти на работу, потому что он себя плохо чувствует. И все, и подпись поставлю. Ну, отправим ему тогда телеграмму. Телеграмму. А, видел, как эту клейку ведром ловили. Ничего себе, сколько поймали. Не, ну ты давай, ты не уподобляйся. Ведром ловили. Как все в колодец будут прыгать. Тоже будешь прыгать в колодец? У меня рук в Ростове. Мне похуй. Ну, ладно. Не, нормально вроде... Вроде клюет.
Давайте так, вроде клюет, но что-то пока так по мелочи. Пока по мелочи. Кроме каменного окуня, пока ничего такого сексуального не было. Я, пожалуй, с этой точки пока уезжать не буду, я постою еще чуть-чуть. Так, что-то я, походу, высосал полностью яму. Да ты две киты поймал трофейные, с тебя хватит вообще. Клев по нулям. Давай так, рыбное казино периодически вгоняет в стресс рыбаков. То есть оно не дает, потом раз, как вот у меня, раз, трофейная зубатка зашла. Сейчас, может, еще что-нибудь зайдет. Чем черт не шутит. Ну, хотелось бы, чтобы что-то еще зашло, но это будет уже прям супер лак, назовем так. Это будет удача на грани читерства. Вот, конечно, если бы сегодня трофейный палтус зашел не на 123 килограмма, а на 153, было бы вообще супер. Я бы кайфанул, реально. Я бы обмазался этим трофейным палтусом. Я бы даже пошел на куори и купил дом за золотые монеты, чтобы повесить ту синюю треску и трофейного палтуса. Вот только ради этого. Поэтому, пацаны, запоминаем. Если я поймаю трофейного палтуса, мы сразу едем на куори покупать дом за золотые монетки. Мне кажется, нормальная сделка. Да, думал сегодня, но обстоятельства. А как ты повесишь, если ее продал? Нет, треску я не продавал. Я сделал чучело из нее. Так, окунь норвежский. Давайте чуть все-таки отъедем, потому что, ну, это все замечательно, но мне надо вот сюда, глубже. Назовем так, ближе к буйкам. Где они? Алло, алло, а вот он, буёчек, он там спереди. Вот он мне нужен. Вот так, стопэ. Ух, вы посмотрите здесь, сколько здоровой рыбы. Все, берем. Сейчас, короче, трофейная акула будет, пацаны, смотрите. Я знаю, что такое возможно. И это будет сегодня. Причем как раз вот на 50-й глубине сейчас возьмет, смотрите. Так, буйки там. А, постою здесь. Здесь, кстати, сегодня ажиотаж 100 человек. Я когда вот, ну, пришел сюда чуть раньше, там 2 часа назад, здесь было 140 человек. Или 150. Не, треску я, подожди, я из трески сделал чучело. У меня был сертификат, мне его подарили на Новый год. Или когда там у нас был какой-то эвент. У меня, кстати, второй есть сертификат. Да, второе чучело. Поэтому как раз второе чучело будет палтус. Ну, я очень надеюсь, что он когда-нибудь у меня будет палтус трофейный. Это было бы сексуально. Сейчас прикол, если я отъехал от той точки, а здесь ничего не будет. А не, вон там что-то плавает, какая-то мелюзга. Я поймал себя на мысли, что я теперь постоянно, короче, палю вот сюда, в этот монитор. Вот в этот. Хотя он вообще не показатель. Ну, давайте будем честными все-таки перед друг другом. Иногда он пустой, а все равно клюет. Мистика, да? То есть это стелс-рыба. Есть самолеты-невидимки, а есть рыба-невидимка. То есть она с этими... С антирадаром плывет. Так, мих плюс троф сегодня в 4 утра вытянул. ГЦ, а чё, Аким, за троф? Чё за трофчик? Давай, ну-ка, давай. Как ты его еще не сломал? Чё, стоп, что я должен был сломать? На Ладоге? А чё взял на Ладоге? Давай. Ладожского? Давай, быстрее. Пиши быстрее. Так, сейчас мы подтянем штанишки чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше штанишки. Ну чё ты не хвастаешься, каким именно трофом разжился-то? Ладога, и всё. И додумаю, мол, сам. Как то, щука, атлант. Чего? Лосось ладожский на волхве трофейный? То есть ты домучил, докатался до трофейного ладожца? Чё, серьезно? Я думал там давно сдохли все ладожцы. Не, это прям... Это достижение, которое стоит многих достижений. Я бы так сказал, что это прям мега достижение с учетом того клёва, который там сейчас на волхве происходит. Ну, последний год, который происходит на волхве.
Так, я что-то зря, походу, дело оттуда отплыл, сейчас обратно поплывем. Там хоть рыба была. К краю сейчас подъедем тогда обратно. Сейчас здесь домучаем. И это прям удача. Это прям очень такая серьезная удача. Так, вон там рыбка поплыла. Что-то она в толще плавает, а на дне что-то никого нету. Может... Может, пора бы уже со дна взять что-нибудь? Неужели вот... Неужели все-таки роляет вот эта история, когда я просто отплываю с уголочка, да, на котором сейчас стоял, где я ловилась. Приплываю буквально несколько метров, и все. И все меняется в противоположную сторону. Хитрая рулетка. Очень хитрая рулетка. Все-таки под названием «Русская рыбалка 4». Не, ну а что, 3 часа мне по 1-2 килограмма, потом пошла щука, потом дождь. И в дождь, да, долбанул? Мне кажется, я тоже в дождь ладошца своего закрывал на Волхве. Надо будет, кстати, ролик найти, посмотреть. Мне кажется, все-таки дождик был. Потому что там, когда дождь идет, раньше прям пулемет начинался. Такой легкий, не сильно, а легенький такой, когда пасмурно. Когда солнышко вышло. А может, так и было. Я не очень помню, давно было. Как говорится, было давно и неправда. Так, так, так. Так я ж не сильно отплыл, ты что за такое? Может, он к тем буйкам сейчас сплаваем. Прям возле буя встанем. И будем там дергать. Я что-то плыву такой сонный. И тут бабах, да? Так обычно бывает. Бабах и размот. Смотри, я прям угадал. И размот случился. Светлана дала хруст безе. Так, ну давай, рыбка-то проплывай. И мою приманку съедай. Видимо, окунь, короче, клюнул, и все, и всех рыб распугал. Тут еще мерлуза идет. Такая достаточно крупненькая, поэтому... Ой, что-то там кто-то какие-то лайкосики поставил мне на ютубчике. Лайкосик, лайкосичек. Да, что-то я зря переплыл с того места, где была рыба. Хотя я уже здесь, меня уже притаранило. Что там по телевизору показывают? Рыба плавает на 50, да? Хм. Интересно, интересно. Что, ты по времени долго доставал его? В толще только плавает тварюка. Причем уже которая проплывает в толще. Может, 50-ю поставить, клипсу и дергать на 50? Так, окунь морской норвежский. Вот еще один, кстати, трофей залетел. В чат еще один трофей. Скат колючий. Скат колючий. На 2, практически 13 килограмм. Вот это, конечно, удача. Необычный трофей здесь заходит, да? Хм. 009 это что такое? Я все время путаю. На желтый? 009 это же желтый. Где он? Блин, когда сделают какие-нибудь переключатели, чтобы я мог быстро переключаться? Оранжевый. Вот это номер. Сейчас мы это скосплеем у него. Только что-то тут рыбочка перестала клевать. Давайте вымотаем сейчас. Отъедем немножко в другое место. О! Кто-то на скорости присел. Ладно, хотя бы не пустую эту достану. Хотя бы вытащим что-нибудь. Так, ну учитывая, что у меня фрикцион был на 40. Ну, сколько? Полчаса. Калибру он даст просраться. Но если называть вещи своими именами, то калибр, конечно. Ну, калибр на то и калибр, что он имеет ряд ограничений.
Но, в принципе, я тогда достал достаточно быстро. Сравнительно быстро. Окунь, наверное, сел. На скорости просто. Реактивный окунь. Сейчас мы подъедем туда, где прям все сидят. Прям к той точке. Попробуем попасть, так сказать, прям в ту самую точку. В точку G. Около часа. Чего? Час? Нифига себе. Долго. Не, когда долго так вываживаешь, есть риск, что он сойдет. Так, а вот и мерлуза. Вот я как раз только про мерлузу говорил. Сейчас мы отъедем вот сюда, прям на пограничную зону. И будем туда бросать. Там вся рыба. Так, а мы пока быстро сделаем косплей под того чувака. Я тоже хочу ската колючего, парня. Верите, нет? Стоп. Стоп. Кажется, так было. Парадокс в том, что... Что перезаход, похоже, не очень сработал. Около часа 11 км, по-моему, наоборот, при длительном вываживании процент схода около нулевой. Да? Ну, не знаю, как, короче. Раз на раз не приходится. У меня вчера или когда, позавчера я заходил на море. У меня сайда, что ли, сошла. Причем она уже морду показала из этого. Из воды. И прям при мне такая чпок, исход. Ну, она такая небольшая была, поэтому ничего страшного не произошло. По сути, я тащил его с рекционом 6.5. Как на ультралайт, короче, ты его тащил. Мне кажется, на ультик быстрее можно было его вывести. Ну, с учетом того времени, которое ты написал. Мне кажется, ультралайт быстрее бы справился. Причем раза в три, наверное, быстрее. Тоже не факт. Тоже не факт. Скотина долго упиралась. Вам, наверное, музон не слышно. А я сижу, короче, меня качает. Давайте я чуть погромче сделаю, прям чуть-чуть. Так, кто тут? Давай, догоняем. Е, догнали. А, какая-то мелочь пузатая, похоже. Сейчас проверим. Да, похоже, маленький кто-то. Не, слушай, не маленький, давай. Переключаемся. Как же без чава эта сука выматывает меня, даже если она 10 килограмм. Ну, а сильная просто. В смысле, 10-килограммовая чава, это ж прям силачка. Но она времени много отнимает, я согласен. То есть, если ты выбрал точку, где она периодически клюет, она так это, нервы трепет, называя вещи своими именами, так начинаешь нервничать от этого. Особенно тащишь, думаешь, о, сейчас тров какой-то будет. Потом бац, чава, короче, выходит такой, ааа. Было у меня такое, было. Особенно печально, когда я там на ультралайт ловил, там это вообще жесть. Как раз 10-килограммовая меня там мотала, я по всему берегу с ней бегал. Потом чуть альт F4 не сделал, когда увидел, что это чава. Здравствуйте, господа, извините за опоздание. Привет, привет, Дав, привет. Да ладно, это что-то. Не извиняйся. Просто стань лучше. Знаете, к чему эти извинения? Просто стань лучше. Вот тоже, да, обратили внимание? Я закинул на мониторе, никого не было. Вообще никого не было. А кого я тогда тащу? Бом-бом. Действительно бом-бом. Вот вам и холод, кстати. Пустой эхолот, а рыба есть. Вот как такое может быть, а? Не знаете? А я знаю. Я знаю, потому что это первое в мире рыбное онлайн-казино. Если вы понимаете, о чем я. Так. Которая красная. Она меньше херачит.
Камешек тяну. Да нет, тут не камешек, что-то интересненькое клюнуло. Ну, небольшое, конечно. Давай. А там что-то в чате было написано, что скат на что-то другое. Я зачем оранж поставил? Зачем я поставил оранж? Фюрер спилк. На пилкер, короче, он сел. Ёпта. Я зачем-то оранжевое говно поставил. Ну ладно. Сейчас переставим, если что. Сейчас мы вот это вот достанем. Достанем вот эту утварь. Я, кстати, еще умудрился поймать Тая. А, пятерочку. Там пятерка вроде для аквала. У тебя какая-то изысканная ловля. То есть ты как-то по необычному пути пошел, Аким. По тернистой тропинке. Я бы даже сказал, по бездорожью. Так, сыт у меня, блядь. А кофе выпить он не хочет? Сыт. Сыт-то сыт, а кофе пить надо. Сыт да сыт. Вот так вот. Не, ну поздравляю, поздравляю. Тайменя-то, конечно. Ты белкой ловил его или чем? Или ты так на поппер, да на вертушке? Я просто боюсь, что поппер-вертушка это... прям рандом лютый. О, кстати, кто это такая у нас подруга? Хорошая. Ну неужели? Что, еще одна, что ли? Нет, чуть-чуть не хватило. Прикиньте, пятнистая. 12,7. А так какая! Сволочь! Я уж думал, сейчас бахнет. Сколько она там? Пятнистая. А, тут 18. Понятно, я что-то перепутал сначала. Редкий трофей Мерлуза. Вы поняли, да, что за место? Место просто уникальное. Получается, Мерлуза синяя. Сайда. Ну, сайда, понятно, сегодня три штуки было здесь. Скат колючий. Окунь морской. Еще одна Мерлуза. Централов черный. Кстати, а Мерлуза на что? Давайте глянем у этого парня. Мне просто интересно. О, ничего себе, у него синий кальмар. Мерлуза. Где она? А, ать, не прогрузилась еще. Странно. Централов черный. Да смотри, централова смысла нет, потому что это прям лютейший рандом еще. У этого тоже, соответственно, ничего не прогрузилось еще. Но у него есть Мерлуза. 23.07. Желтая, что ли? Сейчас напишут в чате, может, на что. Может, повезет. На белку не клюет ни хера, я его на длинный поппер вытащил. На этот, что ли, как его зовут? Не Хантер. 23.06. А что у нас 23.06? Желтый, что ли? Похоже, желтый. 23.06, если понятно. 08.06. На розовый! Сейчас розовый поставим. Я сейчас буду просто с каждым трофеем менять. В итоге, может быть, что-то и мне перепадет. Чем черт не шутит. Треска атлантическая, трофей. Блять, 126 человек, одни трофеи в чате. Что происходит? Что происходит в этом месте? Дайте мне тоже, пожалуйста. Я что-то... Вчера зубаткой не сильно впечатлен был. Мне надо еще один трофей какой-нибудь. Прям хочется очень, пацаны. Реально какая-то жуткая раздача. Так. Когда ну очень хочется закрыть рыбку. Не, ну а что, я здесь просто так что ли сижу? Тут трофеи видели в чате, как фигачит. У меня тот же вопрос, 5 чавы подряд, рил прикол. Я удалю сейчас РР. Я вчера чуть хант не удалил, блядь. У меня сначала вроде нормально, потом как понеслась по кочкам, сами знаете что. Я прям психовать начал, реально. Причем, ладно бы я файтился и там промазывал откровенно, как обычно. Меня просто сносят откуда-то, я даже не вижу откуда. Мерлуза, еще одна трофейная. Ебать! Мне тоже надо, срочно. Чё за хрень? Вы видите этот чат? Еще один трофей. Короче, всем на эту точку. Просто всем рекомендую.
но не мне. Ты когда там устал, я взял 6-ю звезду. Че, серьезно? А с тобой теперь неинтересно будет играть. Ну, тем более мне 3-звездочному. Мне вообще кажется, что я сейчас в 2 звезды скачусь. Что-то мне подсказывает. Бля, козлы, а? Так, сейчас я еще одну штуку посмотрю. Это Хантер. Чекермистер какой-то, блядь. Мистер Стонкс, блядь. Я тоже хочу Мерлузу. Я тоже хочу Мерлузу. Хотя бы. Меня сматывает не туда, куда надо, смывает. Надо где-то вот так посередке стать, пожалуй. Сейчас будет Хруст Безе. Да я уже жду, не дождусь, когда же этот будет Хруст Безе, парни. Вот честно. Устал ждать даже этого момента. Может быть, когда-то он все-таки настанет, этот хруст. Пока только... О, смотри, большая рыба плывет. Вон она. Сейчас мы ее с вами зацепим. Наверное, палтус стопудово. Давай, возьми его. А 116. Блять, я в другую локацию перетек. Мне сюда не надо. А в другой. О, есть. Но только это не она. К сожалению, моему. Это какой-то маленький писькун. Солью до 4, как обычно. Я тоже жду, не дождусь, обид, что не добавляет. А, это этот, что ли? Приколюху? Ну, добавим, чего что. Добавим. Так, а в этой точке... А в этой точке в G10 7 игроков сидит, поэтому нам надо обратно сваливать. Там, где трофов раздают. Сейчас мы вот это вот мелкописье достанем. Сначала я реально акулу ждал. Ну, подожди чуть-чуть. Чуточку подожди. Настанет на нашей улице праздник скоро, я думаю. Будет акула, каракула. Но я сегодня здесь полярку доставал. Полярная же она такая, голубоглазая красавица. Там 40 килограмм, правда, всего было. Но хорошенькая. И не дешевая, кстати. Хорошая. Поэтому... Я думаю, нам должна улыбнуться удача вообще сегодня. Кстати, вон, видите, второй большой плывет. Ну, конечно же, Мерланг. Ну, конечно же. Куда же ты, блядь, без Мерланга-то? Сейчас мы чуть посередке встанем. Чтоб сильно нас не сматывало. Вот так где-то и встанем. Далековато, конечно, от буйков, ну ладно. Кто-то прям в упор там ловит у буйков у самих. А мы здесь будем бросать. Ну пока то, что удалось мне отсюда достать, это только палтус на 123. Ну, из хорошего, большого. Каких-то прям предтрофеев тут это не... Точно, розовый забыл поставить. Спасибо большое, да, спасибо, спасибо. Сейчас пока на землю не упало. Давайте розовый поставим. Точно, вместо оранжевого. Спасибо большое. Поехали. Розовый. Розовый планктончик сейчас даст нам рыбу трофейную. Чует мое сердце. Так, рекорд недели. Опах, красноперый, 151 килограмм. Ах. Кто-то разбогател сейчас. Кто-то разбогател и стал чуточку счастливее, чем был до этого. Опах, конечно, крутая рыба. Крутая, редкая рыбешка. Все-таки я... Ура, наконец-таки поймал стрим, а то я не знаю расписание, не мог никак на стрим зайти. Привет, пуфик. Воскресенье, вторник, четверг. Все, легко запомнить. Очень легко запомнить. Воскресенье, вторник, четверг. Ну и все приблизительно в одно и то же время.
вечером, назовем так, после 9 по Москве. Раньше не бывает. Если вдруг вы увидите мой стрим раньше, значит, что-то произошло. А, нет, подождите, был один, когда мы на реальной рыбалке сидели с Сашкой, когда поплавки отрывали. Обльдину. Да, один раз такое было. Ну что, Палтус сегодня будет еще один крупняшный? Зайдет, интересно. Ну, я долго, кстати, тащил 123 килограмма. Я думал, он прям вылетит пулей, но... Ну, по крайней мере, без нервов, без каких-то. То есть, на Красную Тайгу я бы его, не знаю, ну, вытащить-то вытащил бы, но с такими небольшими нервностями, с небольшой проблемой. А это вообще прям размеренно, тихонечко, на пониженной передатке, прям бомс-бомс и все. Так сказать. Без каких-либо проблем. Ну, трофея в чате сегодня даже вот с момента, когда я подрубил, уже было достаточно. Вы видели, какие рыбы там были. В основном все достаточно редкие и интересные. Вот, у меня пока здесь ничего не было. Вклинивал, ну конечно, а как еще палтуса достать без клина? Тем более на 123 килограмма, ну, не фрикционом же его доставать. Это невозможно. Надо, старый, пожалуйста, что там, ссылку какую-то кинул, песенку? Попозже. Или все-таки они прям ближе к буйкам стоят, я вот понять не могу. Тут, конечно, долго с одной поклевки до другой приходится. Я сейчас реально подплыву прям к буйкам, буду там торчать у буйков. Когда биг рыбу тянуть будешь, хорошо. Так договорились. Так, чуть подтянем. Алло, ну что такое? Где мой пилькинг? В придонном слое. Что-то не так. Я делаю не так. Надо как-то отойти, что ли. Под натяг сделать. Пойдем сюда, встанем. Эх, рыба, хвост, чешуя. Что сейчас по банкам? Ну, если ничего не поменялось, на 41-й сайда в основном. Люди на 34-й сейчас ловят. Ну, чтобы сильно не напряжно было, делают свои там 600-700 в час. Прям пофармить, это чисто 34-е. На 80-е я был, мне не очень понравилось. И троллил даже, что-то как-то. Ну, я мало троллил, на самом деле. Мог побольше. Так, есть зацеп, назовем это так. Есть 5-литровый в продаже, будешь брать? А, это шутка, блядь. Шутка. Шутка от Давы. В стиле бати. Корягу тащит и радуется. Не, ну там может коряга какая-то интересная просто. Тут есть ценные коряги все-таки. Не стоит забывать. Есть и ценные. Thanks. Ну, видимо, первые два часа, которые я здесь провел, они мне дали максимум с этой, я бы даже сказал, не точки, а с этого квадрата. Потому что как только я сюда пришел и только-только счастливый час активировал, было прям очень активно. Прям очень активно и хорошо. А сейчас, получается, это второй заход с перезаходом. Ну и он такой. То есть, кроме каменного окуня, пока ничего такого интересного, собственно, не было. Ну, сейчас посмотрим. Билет еще, я думаю, минут 30, наверное, точно. Еще минут 30. Pay to win? В смысле? Не понял. Ты в целом про RR4? Ну да, конечно, Раптор можно купить за бабки и все, и шмаляешь.
Нет, давайте так. Девиз русской рыбалки 4 это pay to pay. Никакого вина здесь нет. Просто pay to pay. И все, блядь. Ты просто платишь. Платишь за... За этот, за премиум. Если еще снасти покупаешь за бабки, ну тоже платишь. И ничего не ловишь. Блять, это минёк. Да ну, бросить. Серьезно, что ли? Серьезно, что ли? Так, сюда кинем. Pay to pixel. Да, если бы еще пиксели были, понимаешь? Мне реально жалко ребят, которые берут себе рапторы за голду, ну, за реальные деньги. А потом, короче, ноют в чате, что, блин, а у меня топовая палка, тяжелый, короче, пилькер какой-нибудь. Не, тяжелая, тяжелая донная. Потом раптор, и я, блядь, ничего поймать не могу. А вот это вот как раз pay to pay. Самый настоящий. Потому что нужно разработчикам на клёв скинуться. Да тут, тут долго придется и много скидываться. Не знаю, сейчас посмотрим, кстати, как поведет себя море после выхода нового водоема. Сейчас выйдет это озеро Медное, так называемое. И посмотрим, что будет с морем. Я очень надеюсь, что ничего не поменяется, что на море по-прежнему можно будет ловить. И Медное не станет метой. Чтобы там, по сути, не сидеть. Ой, сошла. Ну как зашла, она не зацепилась что-то. С болота. А вот теперь зацепилась. Но уже зацепилась малая, маленькая. Переклев, как правило, это какая-нибудь малышка, когда клюет. Да, ее даже на повышенной передатке сейчас просто достану. Обидно. Очень обидно. Я надеялся, что... Розовую может, кстати, снять, поставить все-таки... Получается первый октопус, который салатовый. На него, мне кажется, каменный окунь зашел. Ракушку. Кстати, возможно. Ну, возможно, но будет несколько странно, потому что крючки стоят десятые. Цеплять ракушку на десятые крючки, это, я не знаю, проткнуть ее насквозь скорее можно. Это какой-нибудь мерланг, наверное, маленький. Я думаю, вряд ли кто-то еще здесь сел. Или окушок, кстати, окунь, либо мерланг. Я думаю. А нет, смотри, сучка. Макрель атлантическая, килошная, на огромный крюк села. Да как такое может быть, а? Но это сила переклёва, тут ничего не сделаешь. Там, видимо, какая-то рыба большая сплюнула, а это за ней подбрала. А, или рыба сплюнула вместе с макрелью. Вообще, она, наверное, за макрелью охотилась. Море, море. Так, давно не было трофеев в чате. Это прям первые. Сколько первые? Первые 40 минут, штук 10-12, наверное, было. Сейчас какое-то затишье. Сейчас пойдут еще 2-3 трофея, наверное, прям перед началом ночи, я так полагаю. Так. Кстати, про Леди Димитреску в телеге пост классный был. Про Лялю Колобок. Да, я вообще ржал, просто реально ржал. Я, короче, когда выкладывал, я смеялся. А потом, когда выложил, смотрел еще раз и опять смеялся. Блять, это просто топ. Ляля Колобок. Ляля Колобок, блять. Так, я добиваю 34-й левел, хочу на моря уже. О, слушайте, мне кажется, мы потеряем пацана, как только он до моря дорвется. Опять макрель. Ебанулись, что ли? Простите меня, пожалуйста, за мой французский. Давайте я розовую беру, поставлю, вот как вот у меня было все. Когда каменный окунь зашел. Я хочу обратно каменного окуня, чтобы он ко мне прям в ладошки прыгнул. Трофейный. Мне нужен всего лишь трофейный каменный окунь. Все, больше ничего не надо. Остальное оставьте, пожалуйста, себе. А, ну давай. А сколько тебе, кстати, Женя, осталось до 34 уровня в этих, в мегапикселях? Да ну эти пилькеры дрочить, лучше с уклейкой крутиться на маху.
И да, и нет, я тут как-то, знаешь, погранично. Мне иногда море надоедает, и я вообще от него блевать хочу, и не хожу на него. Вот, а иногда вот так вот хочется посидеть, какую-нибудь большую рыбу поймать. Я вот на 34-й банке, наверное, уже неделю не был. Трачу вот время впустую, называя вещи своими именами, на долгий клев и в надежде, что что-то прям плюс-минус там большое зайдет. Ну, вчера зубатка зашла трофейная, я вот надеюсь, может, сегодня что-нибудь еще зайдет. Я проведу сверчение. Я не могу резать рыбу. Да я тебе порежу рыбу. Я тебе, блядь, да я на 41-ю банку на полчаса съезжу, нафармлю тебе сайды. Естественно, не бесплатно. А ты мне сваришь чай. Ты мне сваришь чай или кофе? А я тебе сайды намучу. Как-нибудь засяду на полчасика. 800к. О, это прям быстро. Это ты еще должен добить уже, в принципе, и идти на море. Тебе, правда, ну, есть чем на море идти? Сколько денег у тебя сейчас? Всего 10-7. 17-200. Нормально, сейчас возьмешь Посейдон Сенси и Ригл себе возьмешь, и все, и будешь батей на 34-й банке. Тебе больше-то ничего и не надо. Пилькер возьмешь себе белый, либо синий. Ну, я имею в виду саму пилькерную вот эту шляпу. Все. Так, а сейчас ночь, да, получается? Наступает ночь, просыпается мафия. Я думаю, мы продлевать не будем. Сейчас вот этот билетик досидим. Если ничего такого, ну, не зайдет, то хер бы с ним. Пойдем к Ори помучаем. Просто покатаемся там, чуть побросаем. Я сначала думал живца наловить. Там я где-то видел пост, что щука на Ори зашла, трофейная парню. Но, судя по его садку, она зашла ему, ну, чисто на удачу. То есть там не целенаправленная, назовем так, ловля была. Алло, я для тебя шутка. Ты кому говоришь-то? То по поводкам... сейчас скажу, какой ставить. Вон, 82 кг себе поставишь. А, это 82... 113, вот. Я, правда, не помню, Ригл какой имеет механизм, прочность. Надо будет глянуть, короче. А, уже второй пост. Щуку на коре. Блять, это что, надо идти живца ловить? У меня просто... Понимаешь, в чем проблема? У меня живец стух. То есть он прям тухлый. Да, шнур желательно брать с максимальной размоткой. Ну, на всякий пожарный, конечно же. Так, тебе, ты же телеведущий, что будешь стримить после резика? А вот, кстати, я не знаю, что я буду стримить после резика. А что бы вы хотели, друзья мои? Надо что-то интересное. Прям, чтобы кайфануть. Я просто GTA не хочу начинать, потому что GTA это 100 плюс часов. Ну, реально. И GTA-шка, она как RDR-ка, короче. Это нужно просто там... Очень, очень часто и очень долго стримить. Жаль, что и на интарке не ловишь. Я вот в реальной жизни ловлю. Ловлю, излюблю. И в игре. На интарке, мне кажется, мне надо ПВА сначала вкачать, чтобы нормально ловить на интарке. Ну, короче, мне надо прикорм вот эти все говно вкачать. Я все никак этим не займусь. Но по-любому придется на карпах сидеть. Ну, потому что так или иначе надо какое-то разнообразие добавлять в свой геймплей. Потому что мне, ну, фидерная ловля, она неплохо реализована, мне нравится. Но мне кажется, вот тот опыт, который у меня есть по карповой ловле, ПВА не хватает. Вот реально ПВА не хватает. Я просто смотрю, как ребята с ПВАшкой ловят. И у них клев, ну, плюс-минус более интенсивный, и вес покрупней. А у меня так себе, тут жопа, блядь. Смотрите, коряга покрупнее попалась. Да, что-то присело. Но не очень большое.
Там уже начали задницы подгорать в игровом чате. Да на что вы их ловите, не могу ее поймать. 23.09 это желтенькая, кажется. А как же Волхов, Мих? Да, блин, да... Волхов я оставлю тебе. Давай ты там это... Как это... Разлавливай. Так. Старичок, я бы посмотрел у тебя охоту, либо РДР 2. Ну, РДР 2 это тема. Реально это тема. Это тема с... Ну, тогда придется забросить рыбалку на какое-то время, там, я думаю, на месяцок. Потому что РДР 2 это очень долго, и если... Ну, если качественно проходить, это прям долго. И она может очень быстро надоесть. Ну, вам, в первую очередь. РДР-ка топ. Days Gone тоже топ. Ну, давайте так. И то пройдено вдоль и поперек. Мной уже. Привет, Мамба, привет. Так. Нет, если второй попадется, будет вообще топ. Если тебе Атлант попадется там трофейный, вот это будет топ. А как насчет The Last of Us? Мне кажется, мы как-то начинали The Last of Us играть. Что-то как-то людям не зашло. The Last of Us тоже топ. Я тоже проходил. Причем обе части на платину пройдены. Наверное, надо подумать, знаете, над какой-нибудь темой, которая не заезжена. Вот что-то бы такое незаезженное я бы взял. И, например, то, что я не проходил. Вот Резик мне зашел, потому что я его не проходил. То есть... Харайхон? Что такое Харайхон? Что такое Харайхон? Переведите мне с... А, Харай... Фу, блядь, Харайзен. Фу. Там пухлощёкая девочка. Вы уверены, что Horizon? Horizon это вообще мега душная вообще, блядь. Поиграй в седьмого резика, в предыдущую часть Village. Кстати, можно вот, кстати, реально тем. Там оказывается все взаимосвязано. Но я-то теперь знаю все, что было в Village. И это будет, назовем так, не очень с точки зрения игрового опыта. Мне кажется. В общем, я еще подумаю. Вы так накидывайте, если вам что-то интересно. Мы обязательно, так сказать, в телеге потом поголосуем все вместе. Чтобы это было наше единое решение. Чтобы не я тут выбрал, типа, а вот давайте будем играть в говно. Вот, и буду сидеть один играть в говно. А так, чтобы мы вместе решили, давайте поиграем вот в это говно. Вот так. Так, а кто там у нас клюнул-то? Ну давай уже, давай. Это треска, что ли, да? Да чтоб ее за ногу. Да чтоб тебя за ногу, а? 29 килограмм. Жаль. Так, 23.09. Что, точно желтая? Просто себя проверяю на память. Смотри, блядь, 0.9, это реально оранжевая. То есть уже вторая Мерлуза льет на оранжевую. Ну давай. Все, теперь переобуваться не буду. Теперь прям поставлю оранжевую, все. Мало ли, может, реально зайдет. Ну. Все. Все, больше ничего не переобуваем. Будем так ловить. Времени у нас, в принципе, предостаточно на это. Так, щеки что-то загорели. Окошко пошире, сейчас я окошко открою. А! Что-то как-то непонятно, да? На улице вроде ветер сильный, прохладно, а окно открываешь и все равно душно. Хрень какая-то. Так, можно будет пойти в Warcraft 3 в какие-нибудь кастомные игры. Такое ощущение, что мы семя выбираем, что посмотреть вечером. Да, мы выбираем, именно семя выбираем. Я... Только я выбираю, давайте так, я выбираю свое. Чужого мне не надо. Ты просто душнишь дома много. А, точно, из-за того, что я душный, из-за этого душно дома. Точно.
Точно. Я почему-то раньше об этом не думал. Ну, давайте так, работа у меня такая — быть душным. Поэтому... Обогреватель хер. Не, я жду, когда, короче, будет плюсовая температура, чтобы кондей уже включить, потому что мне жарко постоянно. А щеки сразу горят от жары. Да на самом деле, мне кажется, все из-за того, что у меня сейчас, там, где я сижу, просто это... плантация, помидоры какие-то растут, огурчики. Рассада, короче. Рассада готовится к майскому выезду на посадку. У меня даже на балконе огурчик один начал расти, представляете? Так не душни, не, а как я могу не душнить? Не-не-не-не, пацаны. Как это не душнить? Не-не-не. Не трожь это на лето. Да там маленький огурчик. Небольшой. Не трожь это на Новый год. Да-да-да, это... Ты чё это? Не трожь это на Новый год. Чё-то куда-то у меня... Унесло. Говно. Говно. А почему 100? Тут чё, мельче, что ли? А, ну правильно, меня, короче, занесло теперь в обратную сторону. Я понял. Ну, то, короче, влево, то вправо, теперь вверх. На мель меня понесло. Там, куда мне не надо. Сейчас будем глубже заплывать. Глубже к буйкам. Мы по-любому сегодня с вами без трофея не должны отсюда уплывать. Нам нужен трофей. Давай, иди сюда. На 120-ю давай. Вот здесь вот. Провались ниже. О, есть. Нашел ямку. Смотрите, как хорошо пошла. Сейчас последний день, я ими пойду на черного поставлю палки и буду тобой любоваться. На Амура, что ли? Ты хочешь разловить черного Амура? Читачок. Не, после той психологической травмы я больше на Амуров не хожу, пацаны. Это травма слишком... слишком будоражит меня. Я хз, где добить 800к? Хочу сегодня 34 закрыть 800к. А где? Ну ты на Куори езжай, патруль. Мне кажется, там можно вполне себе половить. И особенно, если будет заходить какая-нибудь радужка с Иван. Да, что-то меня смыло куда-то не туда. На мель. Неохота выматывать. Прямой как неохота выматывать. Может она обратно на глубину уйти? Да, ну, на мели-то тоже рыба должна быть-то, по идее. Вот тоже, да, чуть-чуть отплыл, короче, от того места, и все, и тишина возникла вдруг. Просто ужас. Русская рыбалка 4. Это лучший рекламный трейлер, кстати, для игры. Хочешь стоять полчаса покаэмить, пожалуйста, приходи в Русскую рыбалку 4. Кстати, сегодня в этом, в Стиме наткнулся, знаете на что? На Ultimate Fishing что-то там тролливали 2. А вышло в прошлом году. Кто-нибудь трогал эту игру? Там сейчас скидка 250 рублей, она стоит сейчас по скидке. Графон там, я так посмотрел по ролику, по скриншотам, прям графонистый графон. Но почитал отзывы, пишут много багов всяких сраных. Типа, все проваливается, рыба застревает в текстурах, в камнях и так далее и тому подобное. Но прям ролик такой, прям годный. И игрушка свежая. Но я не знаю, может это какое-то дополнение было. Но написано, что вышло 23 августа прошлого года. Надо будет как-нибудь потрогать ее, посмотреть. Может там вообще топ-топ. Никто не пробовал? Кунжа на нересте. Куда же она пропала? 138 человек в квадрате сидят. Так, придется выматывать. Ты уже чересчур. Да что ж ты делаешь?
руку свою. Давайте вымотаем, поедем ближе к этому. Ближе к буям. Прям воткнемся сейчас вон в те в дальние буи и там встанем. У меня ее просто нет, кунжи. Посмотри, рыбу у тебя она есть неделька. Час. Сейчас глянем. Сейчас я вымотаюсь, подъеду к буйкам прям в упор. Та-та-ра-та-та. Да, получается, вчера прям повезло, а сегодня пока что-то везение меня обходит стороной, пока что ж. При этом 11,5 миллионов уже как-то набомбил опыта. Как-то быстро все-таки. Быстрее, чем с первого уровня качаться. Так, и срач какой-то начался в чате. Боже, обожаю чат моря и комаринки. Это самые лучшие чаты, которые можно было придумать. Так, давайте упремся прям в буй. Со всего маху. Вот в этот. Выбираю вот этот буй. Так, стоп. Бах. Бум. Все. Врезали с вами в стену. Стену непонимания. И так вот влево сначала бросим, потом бросим вправо. Смотрим, что там. Так. Кунжа. Только что же, да, было что-то типа по обновлению недельки. Кунжа. Кунжу, наверное. Вон она, кунжа. Вот два человека каких-то поймали. Видишь, на 145 грамм кто-то попал в рекорд. А тут тоже, что ли, обновили? Кажется, нет. А, обновили. А что у нас? Что у нас мета, пацаны? Желтая, красная, желтая. Желтая, кстати, опять в моде. Сегодня же 21-е, да? Ну, розовый, кстати, рубатка, говорю. Зубатка синяя, она розовая, это что? Ладно. Я-то думаю, что не так? А мета теперь поменялась на слимшот? Так, давай посмотрим. А, вот он, да. И ловят на слимшот теперь. Так, трофейный минёк в чате. Но трофеев стало меньше. Хм. Жопошники. А как это я так бросил? Подожди. Меня развернуло, что ли, уже? Все, я понял. Не очень удобно меня развернуло, прям к буям получается. А что сейчас в мете на куоре, кстати? Давайте посмотрим. Сейчас же на куоре идти. Вот тоже, да, экран пустой был. Я специально посмотрел на него, чтобы убедиться в том, что все-таки есть какой-то вселенский заговор. Слимшот звучит как свитшот. Да слушай, ну там ну совсем малявка. Опять макрель, что ли? Давай. Мне кажется, на высокой передатке быстрее вымытаем, чем на медленной. Придется, правда, вот так вот поделать. Немножко похулиганить. Слимшот. Ох, я как представлю, 6 рабочих дней сейчас. Ух, будет тяжеловато, конечно. Ну, в принципе, я учился когда-то 6 дней в неделю, представляете? Всегда в старших классах учился, и у меня шестидневка была. И нормально вроде было. Ну, там шестой день, правда, всего лишь там до 2 часов учился. Но все равно в субботу, прикиньте, короче, у тебя кореша все таки тусуются, гуляют. А ты идешь в школу. Вот это, конечно, бом-бом был. Просто бом-бом. Но было не напряжно, на самом деле, в субботу ходить.
профильные были, назовем так, уроки. Уроки. Вот это я вспомнил. Уроки. Но по сравнению с той программой, по которой сейчас детей учат, у нас был вообще лайт. Так, это кто у нас? Это у нас оранжевое говно. Прикиньте на оранжевую села. Паскудина. Паскудина. Редкий трофей Централов черный. Да вы шутите, что ли, блять? На желтый. Представляете, что творят, а? Пиздец. Причем это второй Централов. Сегодня уже был один. То есть настолько редкая рыба, что второй трофей сегодня зашел. Ха. Жесть. Причем синяк. Пиздец. 46 уровня. 1490 трофеев поймано, 14 синяков. Серьезный бизнесмен-то, кстати, пацаны. Прям серьезный бизнесмен. Синий, 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 синий. Да. Да. Я даже тоже плюс поставлю. Это прям плюс-плюс. 23.01. Блять, я только, короче, снял 23.01. Да, правильно написал парень в чате. Кому-то минёк, а кому-то центр чёрный. Тем более еще и синий. Однако. Однако, здравствуйте. Не, ну... Кому-то и сельдевая заходит на 55-й банке трофейная. Поэтому чего ж тут говорить-то? Что посеешь, что и пожнешь. Удача, удача. Куда без нее? Куда без удачи? О, кстати, кто-то присел мне. Причем кто-то бодренький, кажется. А не, малыш опять. Сучка. Что ты будешь делать-то? Он сейчас пулей вылетит. Это, наверное, Мерланг стопудово. Ну не плывет же она все это время по направлению к вываживанию. Не, это мелочь какая-то пузатая. Мелочь, мелочь, мелочь. Мелочь, мелочь, ай-лю-лю. Ну, на море главное, мне кажется, главное терпение. Главное жопа часы все-таки. Если вот так вот посидеть подольше. Кальмар обыкновенный кому-то зашел. Блять. Еще один троф. Ах, везучие пацаны, а. Очень уж везучие. Ну ничего, сейчас на нашей улице тоже праздник должен начаться. Сейчас мелкого вымотаем. Ну, конечно, незачетная макрелина. Беру, поставлю 0-1 и все. И все. Все, больше оранж ставить не буду. Пошел нахуй. Это, видимо, у других игроков на других аккаунтах на оранжевый октопус что-то клюет. У меня ничего не клюет. На оранжевое говно. Ох. Так, мы хотели глянуть, что у нас там на куоре. Давайте посмотрим и форельчику. Форель сиванскую сначала глянем. А что? О, да вы что? Мой любимый Доджер Крэнк, кстати. А радужка? А радужка? У меня нет составных бальс. Ай-яй-яй. Составные бальсы опять гоняют все. Так, а Корский? Тоже на составные. 3 килограмма, 2 килограмма. Эх. Ладно. Сейчас посмотрим, как там будет. Ой, море, море. Ох уж это море.
Сколько мы на море уже? Часик есть, да? Ну, получается, я-то уже больше. Я уже 3 часа здесь тусуюсь. Что-то по садку так себе. 29, 18. Ну, вот из такого ценного, наверное, зубатка и каменный окунь. Все. Остальное так себе. Ну, мерлуза еще неплохо, наверное, денег стоит. Мерланга 2 зачетных. Надо что-то такое, добивающее садок по деньгам, чтобы не со слезами на глазах отсюда уходить, а с чем-то хотя бы. Так, трофей палтус атлантический зашел пацану, 170 килограмм. Блять, как они это делают? Причем все ловят на одно и то же говно. Плюс-минус здесь. Прям на одни и те же, на одних и тех же октопусов. Все прям один в один. Вот кому-то правда прокает, а кому-то нет. Что за... Эй, а меня смотрите, как от буйков отогнала волна. Не очень хорошо. А на коре мы сейчас тогда будем на обычные бальсы ловить. Обычные бальсы и доджер крэнк, и все. И больше нам ничего не надо. Надо, кстати, за водичкой сходить, что я воду не взял. Но жарковато как-то становится. Я бы даже сказал, душновато опять. В очередной раз. Так, что у нас здесь? Ишь, да гладь. Это вот кто-то пришел. Все, убежала. Так. Есть. О, да вы что? Наконец-то. Наконец-то. Кто-то интересное, кажется, клюнуло. Давай, ломай меня полностью. Ну. Давай, давай, заходи, заходи прям максимально. Палтус. Прям стопудово палтус. Причем... Не пойму, хороший. Не, небольшой. Небольшой палтус. Кто еще может так тянуть? Окунь каменный тоже вроде, ну, тяжеловато тоже шел примерно так же. Но вряд ли зайдет еще один хвостик. Потому что один уже был. Иди сюда. Еще кофейку. Сейчас мы... Тебя сразу поборем, чтобы ты долго мне нервы не трепал. Нормально так гнется, мне нравится. Он прям клюет прям в воду. Давай, давай, давай. Все, давай слабину, парень. Вот будет прикол, что если это не будет палтус, а кто-то посерьезней. Ну, не посерьезней, а поинтереснее, я бы так сказал. Посерьезней-то кто? Кто может быть серьезнее мистера палтуса? Ох уж это море. Давай уже, сдавайся. Окунь морской норвежский в чате трофейный. Лакеры, а? Давай, а у меня палтус. А у меня камыш. Помните, мемчик такой был? Дядька такой говорил, а у меня камыш. А у меня палтус. Причем слабенький палтус.
килограмм 50, наверное. Максимально. Я так полагаю. Это еще повезет, если он будет на 50. Так-то может быть еще меньше. Может быть еще меньше. Вертолеты разлетались сюда. Ну, я так голову поднял, как будто надо мной летит. О, тут летит где-то. Странный звук такой. Это не вертолет. Как будто кто-то тарантас, что ли, какой-то завел. Странно. Ну ладно. Так, это, видимо, опять мой максимум, на что я могу рассчитывать сегодня, это палтус. Меня опять смыло. Надо будет сейчас до буйков опять плыть. Последние минутки, так сказать, перед отправкой на Куори. Я вчера, что ли, сидел или позавчера? Кто-то, какие-то идиоты из окна какой-то свекольный суп, что ли, вылили. Блять, пиздец, конечно. Это сколько ума надо людям, чтобы из окна суп вылить, пол кастрюли. Весь фасад дома в говно. У меня на кондиционере и на подоконнике тоже какая-то свекла, блять, лежит. Теперь отмывать надо. Боже, ну бывают же люди странные. Ни у кого не возникало никогда желания суп вылить в окно. Ну такой, блядь, сидишь такой, а, блядь, суп. Пойду-ка вылью его в окно. Что в голове у этих людей происходит, интересно, когда они прибегают к подобным непопулярным решениям. Тоже сложно представить. Не, хотя я помню, жил, когда.
Не знаю, как сказать. У меня ребенку нравилось всегда. Мы танцевали даже под эти песенки. Причем так достаточно активно. Блин, у нас, наверное, все эти песни малышариков играли на репите постоянно. Мы, правда, жили там в другом месте раньше. Вот немножко ностальгии назовем это так. Прям немножечко. Вдруг ребенок с бородой. Ну да, да, вдруг ребенок с бородой. Всякое бывает. Бенджамин Баттон. Ну давай, Палтус уже несчастный, блядь, вылазь. Вот меня раздражают Палтусы, потому что на них время тратишь столько много, блин. Вот он упирается и все, и стоит. Как этот, как кусок шляпы. Так, оу. Оу, Грубин. Оу, Грубин. What the fuck? Закажу тебе когда-то малышариков смотреть. Ха-ха-ха-ха. Бред, ты получишь. Я ушел, ты на море, я пришел, ты на море. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты что, моряк? Я рыбачка, ты моряк. Ну, надо билет досидеть, в конце концов. Тем более тут Палтус идет. И Пучий. И Пучий Палтус. Давай, 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 давай. Не, наверное, надо это море подзавязывать с моря. Поедем на Куорь сейчас. С Палтуса этого вытащим несчастного. Без динамита дело. Да не, в него стрелять надо, блядь. Динамитом можно промахнуться. Ну давай, давай, сдавайся уже, дружище. Смотри, он прям на последних 5 метрах не хочет сдаваться. Алло. Джон Палтус, иди сюда. Он еще под лодку залез, к сожалению, сейчас будет тыкаться там. Где тебя, с другой стороны, что ли, доставать? Давай с этой стороны. Раз ты хочешь с этой, значит с этой зайдем. Так, 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 кто там, кто там, кто там? Палтус же, да? Палтус же. Там же не может быть кого-то другого. Что-то не пойму, кто это. Не видно. А, Палтус вон. Давай, 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 дружочек. Вылазь изводиться. Блять, вот его. Теперь эть. Как ж тебя? Шаг назад надо сделать. Два шага назад. Вот это вот история. Порвался поводок. Сейчас что-то подобное может случиться. Не, смотри, оп, торпедкой 58 кг. Ну, такого вы себе мразь. Точно мразь. Мразишь, я бы даже сказал. Так, давай доедем до Буя. Где там Буй? Мистер Буй. Меня как-то сильно, сильно смыло в открытое море. Все, тормозим. Сейчас, правда, будет обидно, если сейчас что-нибудь большое зацепится и придется выходить. Я просто до последней секундочки, наверное, буду бросать. Так. Ты что, моряк? Где? Скат, мразь, именно, говнецо тяжелое. Опять передергиваете что-то. Привет, Лин. Привет. Опять передергиваем что-то. Дергаем просто пилькер вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх-вниз, вверх-вниз. У нас все стабильно в нашем дергающем королевстве. Кто не дергает, тот не с нами. А кто дергает, соответственно, с нами. Старый любит дергать, блядь. Да, говорит. Решил тряхнуть стариной, но так, чтобы старина не отвалился.
Это шутки, шутки от бати за 300. Блин, надо за водой сходить, так лень. Может, кто-нибудь сходит мне за водой, а? Где у меня тут водицы, нет? Блин, короче, идти надо за водой. А как же не дергабель? Не дергабель. Да, круглый год. Не, Кать мне не принесет воды. Это слишком дорого будет. Это мне не по карману, блядь. А вон, тем более, Линка, видишь, пишет. А Линка пишет словами, словами Кати. Оборзел, что ли, блядь, сам вставай, да иди. Вот как это у них получается? Мыслить одинаково. Не знаете? Так, есть. И сейчас придется, походу, билет продлять. Сейчас что-то, видимо, огромное село, да? Давай, 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 давай. Огромный. Ну, пожалуйста, трофейный какой-нибудь. Кто-то. О, вы посмотрите. Это что-то не, неплохое, кстати. И сейчас закон подлости. Короче, ваш билет подходит к концу. Будете продлевать билет на Норвежское море? Или вы пойдете в очко? Че выбирать-то? Они связаны Эйвой? Хер тебе трофейный. Хер тебе, блядь. По морде, про всей. Ничего себе, ты какой грубый, блядь. Надо было наоборот написать. Там, пальчик крестиком там и так далее. Спасибо, пожалуйста, обращайся. Всегда рад. Всегда рад подобным высказываниям. Вот это поворот. Да. Да, поворот. Поворот не туда. Зашел не в ту дверь. Какие еще есть выражения, фразы на этот счет? Блять, меня не отпускает это море. Море, море. Мир бездонный. Задротская тема, реально, короче, это Казиныч. Это реальный Казиныч. Короче, с Казиныча просто выйти нельзя. Ты думаешь, что вот-вот, ты сейчас выиграешь, сейчас вот эти три семерочки, короче, тебе выпадут заветные. Пойдешь на волхов? Не, сейчас на корь пойдем. Сейчас будем ловить горца, говорю. Горца будем ловить. Знаешь, там рыба такая, горец. Горец. Горец куорский. Горец-борец. Три хера в ряд. Три хера в ряд, да. Почему, почему три хера в ряд? А, шутка что ли опять, да? Ну и шуточки у вас, господа. Ну и шуточки. Волхов. А на Волхве, кстати, Аким, ты на что там ловишь на Волхве? На снетчеры? Уж Волхов реально покатать, блядь. Ну чем черт не шутит? Кто нам принесет? Мне нужен кто-то, кто принесет мне воды. Воды! Воды! Серые снетчеры. И катался ты по междуречью, да? Может, там не по междуречью надо кататься. Что он несет? Кто? Я вообще ничего не несу. Я вообще молчал. Давай так. Молчание света, а не молчание тьма. Есть такая фраза умная. Ну давай, давай, кто там? Минёк, шпинёк. Треска на восемнашку. Ладно, последний заброс, я думаю, по времени. Потом, а, слушайте, они сожрали все большое филе мое. Ну и хер с вами, ладно. Погнали на... Куда пойдем? Давайте в чате, куда пойдем? Кори или этот, или Волхов? М? Кто за что? Кори или Волхов? На Волхве, мне кажется, уже 100 тысяч лет никто не был. Не, ну понятно, что Аким за Волхов. Ты мог, в принципе, и не писать. Так, Мерлуза, 72 рубля.
А, подожди, а кушки-то какой-то у меня был, кажется. А, их 5 штук надо. 5 штук это много. Это очень много. 1000 рублей! Ну, так-то неплохо. А, ну понятно, окунь. 300 рублей. 200. Вот этот черт. Тык-тык-тык-тык-тык. Нормально, 1000 рублей. Так. Не, давайте я изначально планировал куварь. Пойдем на куварь. Не буду переобуваться на лету. Я все-таки в этом в описании написал, что идем на куори. Пацаны, ну что такое? Ну что начинается опять? Смотрите, Хариус европейский. Форель, кстати. Ай-яй-яй. Уля-ля. Уля-ля.